23 июля был нанесен удар по порту Кавказ в Краснодарском крае Российской Федерации. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает о попадании в железнодорожный паром. После взрыва в сторону порта Кавказ ехали автомобили скорой помощи и пожарные. Вскоре атаку БПЛА на порт подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и сообщил, что судно, находящееся в порту, загорелось. Среди экипажа есть пострадавшие. Один человек погиб. Кавказ – железнодорожная станция и небольшой порт в Керченском проливе. На территории порта есть автомобильный паром, соединяющий Краснодарский край и временно оккупированный Крым. Ранее «Крымский ветер» также писал о громком взрыве в Керчи, после которого незаконно построенный Крымский мост закрыли для движения. Там заявили, что российское ПВО стреляло по целям с горы Митридат в сторону Кубани, а в Джанкое слышали отдаленные взрывы. В сети появились спутниковые снимки авиабазы «Морозов» с Ростовской области. На них видно как минимум 5 отдельных точек поражения. Предварительно там атаковали позицию дивизиона ЗРК С-300 С-400, район стоянки самолета Су-34 и других истребителей, склад горюче-смазочных материалов, а также взлетно-посадочную полосу. Беспилотники атаковали военный аэродром «Морозов» с 22 июля. Там начался пожар. Губернатор области Василий Голубев тогда отчитался, что на севере Ростовской области российское ПВО якобы подавило и уничтожило 47 БПЛА. В результате падения обломков на нескольких участках произошло возгорание сухой травы, однако все пожары якобы потушили.